Всем привет, меня зовут Людмила. Сегодня в видео будем делать бомбочки для ванны. Для этого нам понадобится пищевая сода 100 грамм, лимонной кислоты 80 грамм и морская соль 50 грамм. Также нам понадобятся эфирные масла на ваш вкус и пищевые красители. Итак, приступим. Для начала нужно измельчить лимонную кислоту и морскую соль. У меня кофемолка. Не забывайте использовать средства защиты дыхательных путей, потому что лимонная кислота и соль очень мелкодисперсионные, и когда попадает в нос, это очень-очень неприятно, поверьте. Отставляем в сторону лимонную кислоту и делим пополам наши ингредиенты. Я буду использовать всего два цвета сегодня. Добавляем пищевые красители. В зависимости от цвета, который вы хотите получить, добавляйте необходимое количество. Добавляем ароматизатор. У меня это эфирные масла, но вы можете использовать также и синтетические отдушки. Хорошенько все вымешиваем и добавляем немножечко воды. Буквально один пшик распылителем. Также хорошенько все вымешиваем. То же самое повторяем со второй мисочкой. Теперь поровну распределяем лимонную кислоту по обеим мискам и хорошенько все вымешиваем. Ваша масса не должна ни шипеть, ни увеличиваться в объеме. Она должна быть такой слегка влажной и... Попробуйте пальцами, чтобы немного слипалось оно. Берем нашу формочку. У меня формочка с Алиэкспресс. Ссылку обязательно оставлю внизу в описании. И плотно-плотно утрамбовываем формочку, нашу массу. Я делаю половину одного цвета, половину другого цвета. Укладываем с горкой, чтобы в дальнейшем при складывании этих двух половинок наша масса хорошенько соединилась. Убираем излишки с краев. И аккуратно снимаем форму. На застеленную целлофаном доску я выкладываю мои бомбочки. Они должны высушиться в течение 8-12 часов и стать твердыми. Из этого количества у меня получилось 3 бомбочки. Я посчитала себестоимость каждой бомбочки, у меня получилось около 26 рублей. Это такие бомбочки в Ашане стоят 46, 50, 70 рублей. Хотите посмеяться? Что-то пошло не так,
И две бомбочки решили от меня убежать. В общем, вот эту перекорёжило вот так. А вот эту перекорёжило вот так. Это судя по тому, что я плохо их набила. Потому что вот эту бомбочку третью я очень-очень туго набила, забила в формочку. Давайте пойдем и растворим бомбочку, посмотрим, что получится. Как раз сегодня моя средняя дочь собирается принимать ванну. Торжественное пускание.